В данном видеоуроке мы разберем с вами элементы ритмического сольфеджио. Сегодня мы отложим музыкальные инструменты в сторону, и для этого урока понадобятся только ладони. Я предлагаю простучать ритмические упражнения правой рукой по левой ладошке или наоборот. Конечно, если вы играете на каком-то музыкальном инструменте, то после этого можете озвучить эти упражнения, играя медиатором одну и ту же ноту на любой струне. Или можно также ударять по клавишам пианино или синтезатора. Имейте в виду, что начало каждой ноты соответствует удар. И пока нота длится, соответственно, счет рука от ладошки, от струны или от клавиши не отрывается, во время паузы рука остается в воздухе в ожидании последующей ноты, то есть нового удара. Исполняя упражнение, считайте вслух. Счет подписан под текстом. Весь текст разделен на цифры. Обратите внимание, что в некоторых тактах встречаются акценты. Разбирая ритмические упражнения, вы, возможно, встретитесь с определенными трудностями, но без них не обойтись. При разборе упражнений можно пользоваться метрономом, удары которого должны соответствовать пульсации счета. Далее будут воспроизведены все ритмические упражнения с 1 по 5. После того, как вы прослушали одно упражнение, остановите видео и попробуйте повторить его самостоятельно.